вышел первый драйвер NVIDIA с поддержкой технологии Adaptive Sync. Неделю назад стало известно, что NVIDIA наконец-то добавит своим видеокартам поддержку технологии Adaptive Sync, хотя чуть позже глава компании заявил, что технология FreeSync якобы не работает на большинстве мониторов. Как бы там ни было, сегодня NVIDIA выпустила драйвер GeForce GameReady 417,71 ВКК, который наделяет 3D-карты компании поддержкой технологии адаптивной синхронизации кадровой частоты, которая не требует никаких отдельных аппаратных решений в мониторах. Сама NVIDIA название Adaptive Sync или FreeSync не использует, предпочитая говорить о мониторах, совместимых с G-Sync. Напомним, поддержка реализована лишь на видеокартах поколений Pascal и Turing.